Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители сайта. Тема сегодняшнего видеоурока – ускорение загрузки операционной системы Windows. Предположим, что вы уже побывали в автозагрузке и убрали оттуда все лишние программы, мешающие загрузке вашей операционки. Но чтобы ускорить ее загрузку еще больше, необходимо проделать следующее. Нужно изменить некоторые настройки в окне «Конфигурация системы». Для того, чтобы добраться до этого окна, делаем следующее. Нажимаем кнопочку «Меню пуск», «Выполнить», набираем команду «msconfig» и нажимаем кнопочку «Ок». Перед вами появляется окно «Конфигурация системы». Это же окно можно вызвать другим способом. Меню «Пуск», панель управления, кнопка «Администрирование». И здесь в списке ярлыков находим искомое «Конфигурация системы». Дважды кликаем по этому ярлыку, открывается то же самое окно, которое мы открывали первым способом. А в этом окошечке нас интересует закладка «Загрузка». Переходим на нее. Здесь выделена текущая операционная система. У меня их, как видите, две установлено. У вас, скорее всего, будет одна. Жмем кнопку «Дополнительные параметры». И открывается окно «Дополнительные параметры загрузки». Здесь нам нужно поставить чекбокс напротив надписи «Число процессоров». Открывается ниспадающий список, и мы выбираем количество ядер или процессоров вашей операционной системы. Выбираем максимальное. У меня это цифра 8. У вас может быть 2, может быть 4. После этого нажимаем на кнопку «Ок». В следующем окне нажимаем кнопку «Применить». И снова «Ок». Операционная система предлагает нам провести перезагрузку, после которой начнут действовать наши новые настройки, тем самым ускорив загрузку операционной системы. Спасибо за внимание. До новых встреч!